Участники экспедиции «Вахта памяти» рассказали о своей работе. Поисковики проходили школу на базе клуба «Отважный». Якутянам удалось поработать в экспедициях в Волгоградской, Ленинградской областях и в Старой Руси. Всего в поисках захоронений солдат Великой Отечественной войны участие приняли 17 детей и 2 руководителя. У нас 3 группы ездили в Старую Русу, Ленинградскую область и Волгоградскую область. Ребята, значит, руководителями экспедиции были сотрудники ДОСААФа, МЧС. И кроме этого дети, ну, будем так говорить, студенты Института водного транспорта, техникума связи, они были награждены сертификатом на эту поездку.